Эй, всем привет, с вами Сава, и сегодня мы будем играть в сингл, на мой взгляд, лучшего шутера этого года. Это Battlefield 3. Сейчас идет начальная заставка, поэтому давайте вернемся именно во время игры. Итак, вот мы в сингле игры Battlefield. Давайте настроим немножечко. Да. Да. То, что надо. Да, и как я говорил, в одном из обзоров... Battlefield мне понравился намного больше, чем Call of Duty. Может быть, это из-за нового движка игры. Скорее всего, так и есть. Давай, иди нахуй. Пошел. Нахуй. Да, и пошел ты нахуй отсюда. Эй, Питер, что? Блять! Прыжок! Один вопрос, почему, блять, я нахуй не умер? Так, долбим по пробелу. Я же долбил по пробелу. Я и так долбил, я все время долбил по пробелу. Наконец-то. Так вот, я опять... Сингл Battlefield мне намного больше понравился, чем сингл Call of Duty. Скорее всего, это из-за графики, потому что я не любитель отстойной графики. И, ух ты, ёпта мать, да и спецэффекты в Battlefield намного приятнее. Перед тем, как записывать, я думал, что мне все-таки сделать. Я хотел не проходить игру, а записать летсплей мультиплеера. Но потом поиграл немного и понял то, что нечего там показывать особо. Это обычный мультиплеер обычной игры. Как вы понимаете, игра началась. Давайте вернемся во время следующей миссии. Итак, мы возвращаемся в сингл Battlefield и мы куда-то едем. Бродяга 1-3, это бродяга главный, внимание. Так вот, я хотел сначала сделать летсплей мультиплеера Battlefield, но потом я поиграл и понял то, что особо, опять же повторюсь, особо там нечего показывать. Обычный мультиплеер обычного шутера. Вот, а вот сингл мне показался более интересным для показа. И за каким хером мы остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Офигенный перевод, мат вообще не запикивается. Так, двигаем. Пошли! Погнали! Почему я последний выхожу? Похоже, на вечеринку мы опоздали. Как смешно, вечеринка. Спасибо. Опоздали на вечеринку, как смешно. Ты когда-нибудь задавался вопрос, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Конечно. Я же каждый день об этом думаю. Да, сингл Battlefield я точно так же проходил, как и сингл Modern Warfare 3.
Причем на сингл Battlefield я потратил на час, на полтора больше времени, чем на прохождение... Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами с озера, опасными фанатиками. Текстурки. Я настоятельно рекомендую вам это помнить, что, блядь, что такое? Жители, ну как он, ну блин, это а минус. Мы играем в футбол, гол. Влияли контакт с отрядом Гадюк. Давай. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка. Давай, пас, погнали. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность СССР. Ваша задача найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Географ. При нашей силе быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Да! Пошли. Господа, мы отстаем. Да вы заебались с этими господами. Мы военные, мы должны материться. Мы должны материться и курить. Трахаши по кокаинам. Мы должны играть в блэкджек. Ну чё, я готов, блядь. Предположим, самое худшее. Начали! Нихуя себе, силач. Давай. Я с тобой. Давай, я бегу. Так. Ага. Так, ага. Я думаю, я не единственный, кто раньше хотел убить эту странную собаку. Ну, засосала собака. Да, текстурки, конечно, охуительные. Определяйте цели. Это что, школа? Точнее, я же все время забываю. У тебя на родине школа-то нет. Держаться вместе. Почему он... Ну это плохо, я хочу, чтобы она сломалась. Нет, я хочу, чтобы она... Если я буду перестрелять, она... Вон, да, вот это минус. Ух ты, Монтес, у тебя... Монтес, какая жопа. Такой, погнали. Да, блядь, дай пройду, сука! Да я не могу... Я не могу пройти. Заебись. Уйди. Ты издеваешься. У меня что, такая толстая жопа, что я протиснуться не могу? И, блядь, и что мне делать? С разбега, блядь. Уйди, блядь. Ну, пошел ты. Ну и пошел ты нахуй. Нельзя стрелять. Он мне своей жопы помешал. Ну что, блядь, все заново. Sword Breaker. А, блядь. Не, на самом деле игра просто заебенная. Может быть, в следующий раз, когда-нибудь, если у меня будет время. Хотя, чё я вру, у меня времени просто дохуя. Так вот, если будет настроение, скажем так, я, может быть, поднапрягусь и сделаю... Блять, кто там пишет? Так вот, сделаю... летсплей по мультиплееру Battlefield. Также можно будет сделать летсплей по мультиплееру Call of Duty. Но не особо я этого хочу пока делать. Я хочу играть, проходить и... И все. Окей, начнем заново. Давай, блядь. Все, на этот раз все, играем слаженно, давай. Я опять хочу ее убить. Заткнись, блядь, ты нас выдаешь. Сука. Уйди, блядь. Так, погнали. Так, бежим. Ты же никогда в школе не учился, ты что, дурак? Вот так я встал. Я готов. Бомбежка! Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Да! Землетрясение! Вот какой граффити. Охуенно. Погнали. Давай, Блэк, сейчас!
Маткович, погнали! Так. Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не надо. О, нет! Нет, погнали, я оттащу тебя, друг, я оттащу. Давай, 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 друг, ты бужи. Я тебя убираю. Я не знаю, где эта сука. Мочите, я его пока оттащу. Как тебя зовут, кстати, я забыл. Друг, я... Ты как даун улыбаешься, это... Ах ты, блина. Вот они. Я тоже намного... Ух ты, блядь! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Ух ты, нихуя! Ну, убейте же его. Движение. Могу сказать, что искусственный интеллект довольно-таки искусственный. Ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! РПГ на 12! Откуда ты? Снял его! Нихуя себе! Нихуя разъебенило! Пусть еще раз ебенит, я хочу еще! Вот там, там! Снова контакт! Блядь! Разъебенило, так разъебенило! Умри, блядь. Ну чё, я хочу ещё РПГ на 12! Ой-ой-ой-ой, я ранен! У меня риф, так, ну ранен, ну прими это. Хочу сразу сказать, что я выбрал не самый сложный уровень. Поэтому противник кажется довольно-таки тупыми. Ух ты, нихуя. Я забыл, я перекопнулся. А. Выебал нас. А, стоп, 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 я рядом. Так, нам нужно посмотреть на нашего собрата. Мы его ра... Да, блядь! Чувак, с тобой все нормально? Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Он даун, походу. И, ну все, я вам отомщу за своего напарника. И за вас он стал дауном и ничего не понимает. Вам жопа. Все будет отлично. Он крепкий, суки. Дяга главный. Так, снайпер ну... все еще там. Да нам похуй! Нам вообще все похуй! Че ты, блядь, убьешь меня, что ли, да? Убил? Что, убил, блядь? Оп! Блядь. Блять, да и пошел ты нахуй.